Разбитые стекла, снесенные крыши – это суровые итоги оползня в Веденском районе Чечни. Стихия оставила без жилья десятки семей из трех сел. Предполагают, что оползень не произошел из-за продолжительных проливных дождей. По уточненным данным, разрушены 45 домов. Из них 23 частично, 22 полностью. Но обошлось без жертв. Местные жители успели покинуть свои дома перед разрушением. Спасатели помогают местным жителям эвакуировать свое имущество из разрушенных домов. С оставшимися без крова работают психологи. По предварительным данным, оползни продолжаются. К ликвидации последствий стихийного бедствия привлечены уже 200 спасателей. На комиссии МЧС приняли решение ввести в муниципалитете режим чрезвычайной ситуации. Спасатели предложили местным провести время в пункте временного размещения, однако никто пока туда не поехал. Все 229 человек разместились у друзей и родственников. Готовится пункт временного размещения в данном населенном пункте на базе школы номер один этого населенного пункта. Там у нас все и психологи, и врачи, и комната прием пищи, и даже детские комнаты. Все это готовится. В ближайшее время будет готово, и данные жители будут эвакуированы.